что же, всем привет, дорогие друзья, это канал Justice Hill, мы продолжаем прохождение DLC Наследие от игры Assassin's Creed Одиссея. Играем мы также за Алексиуса, в первой серии мы прошли все дополнительные задания, пришла пора перейти к продолжению сюжетной линии. Извиняюсь за качество первой серии, именно качество видео, что такое мыло получилось. Я правда не знаю, что происходит с моей NVIDIA GeForce Experience. Я как только лучшую графику не настраиваю, она просто вот сама Experience тупо портит качество. Еще и Sony Vegas, и YouTube, и так далее. Короче, как-то так. Алексиус, что ты здесь делаешь? Могу задать тот же вопрос. Я занимаюсь делом, чтобы привести мысли в порядок. Ты охотишься? Верно. Здесь водятся олени. Кому жена наставила рога, вот там они и водятся. Если ты хоть чуть-чуть похожа на отца, то умеешь стрелять. Не жалуюсь. Скромница. Я как раз собираюсь. Присоединишься? Конечно. Буду рад. Посмотрим, так ли ты хорош. Сколько оленей сумеешь убить? Проверим. Обычные олени можно найти здесь. Именно здесь? Не по всей Греции, а именно только вот тут? Ну ладно. Неплохо. Икар! Дарий хороший воин. Много тренируется? Ни дня не пропускает. В его-то возрасте. Из нет. Твой отец хороший кар. Ах ты ж, сука. Он разговорчивее, чем обычно. Олени, вы где? Херовый с меня охотник. Я опять, блин, использую. Ну, чё ты застопорился, блядь? Нахера эти стоп-кадры дебильные? Чему этот был стоп-кадр? Что? За мной. Не шуми. Вон там. Поохотились на оленей. В чем дело? Поверь мне. Там. О, свинья. В Македонии? Диковинный зверь. И вкусный. Да уж. Тише. Он услышит. Свинья. Слюнки уже текут. А у меня тоже. Что это? Что это? Мясо свиньи, твою мать, Алексиус. Что с тобой? Сразу настроение поднялось. Ты прекрасно готовишь, Нима. Даже богам понравилось бы. Старый семейный рецепт. Моя бабушка была бы польщена. Нужно баловать себя, словно богов. Мы? Боги? Говори за себя. Я и так бог. В тебе есть что-то особенное. Очевидно, все это чувствуют. Но никто, даже ты, не в силах объяснить, что именно. После всего случившегося, вряд ли вы можете остаться здесь. Не знаю. Мы вечно в бегах. С самого моего детства. Неважно, где мы находились, у дороги или в пещере, мама всегда находила способ успокоить нас. Согреть. Словно у нас был дом. Вряд ли я испытаю это вновь. Она мертва? Давно. Мои братья и сестры тоже. Когда мы видели их в последний раз, погиб мой брат Натак. Что насчет тебя? Как жил ты? У меня тоже нет дома. Я заботился о себе сам и надеялся, что найду место, где мне будет тепло. Так и не нашел. Думаю, его не существует. Прошлое не определяет нашу судьбу. С
Значит, они персы? Дарий утверждает, что убил царя Ксеркса. Ха! Ты ведь не веришь ему? Скорее верю. Это слишком неправдоподобно, чтобы быть ложью. Ложь, достойная Долоса. Я уже не знаю, чему верить. Дарий говорит, что Орден Древних ищет меня. В письме говорилось о таких, как я. Что, есть и другие? Если верить ему, да. Но как знать, вдруг Дарий работает на культ или принадлежит к Ордену? Он знает, что ты великий воин. Возможно, ему нужна твоя помощь в борьбе с Орденом. Или он один из них. Все просто. Ты доверяешь ему? Я никому не доверяю по-настоящему. О! Кроме тебя, Варнава. Чтобы выяснить, что происходит на самом деле, ты должен вернуться к этим персам. Пока ясно одно. Дарий что-то скрывает. Будь осторожен, как бы это ни оказалось ловушкой. Буду так же осторожен, как всегда. Этого я и боюсь. Так, ну что, возвращаемся обратно. Взято несколько заданий, в смысле? Так, несколько заданий. А каких? Каких заданий? А, тут дополнительные какие-то есть. А, ну да, это с прошлой части осталось. О, вот этого козла вальнуть нам надо по-любому. Спалит еще, где мы находимся. Хотя это просто тупой бот, но все же. Я не позволю тебе там находиться. Ты, козел. А ну иди сюда. Не буду обрезать этот момент. Тут осталось добраться всего ничего. Сейчас я тебя накормлю копьем в горле. Херово прозвучало. Сюда, родной. На! А ты еще и хп себе пополнил? Ах ты козел! Сюда! Еще одного наемника завалить нам для какой-то там цели. Ну вот, в принципе, мы и добрались. Поговорите с ним и в убежище. Упрямый старик. Ушел искать охотника в одиночку. О чем он думал? Вечно действует один. А если не образумится, то и погибнет один. Ему нужна помощь. Отцы думают, что им виднее. Вспомни его шрамы. С возрастом их все больше. Мы должны помочь ему с поисками. Что дальше? У отца есть кое-какие сведения, но я тоже не промах. Волю охотника исполняют его помощники. Мы найдем их и заставим рассказать, где он прячется. Уверен, мы выясним, где скрывается охотник. Один помощник набирает из местных отряд смерти, чтобы выследить тебя. Имей в виду, отцу я тоже об этом рассказала. Также у меня есть знакомая, которая должна была следить за орденом. Ее видели на болотах. Я поищу ее. И еще, в деревне Патидея люди умирают от страшной болезни. Думаю, виновен орден. Как орден может виноват та женщина быть виноват на болотах. Болезни? Не знаешь, что с ней произошло? Я поручила ей следить за одним из этих мерзавцев. Он командует спартанцами. Боюсь, он мог что-то с ней сделать. Нужно спасти ее и добыть больше сведений об охотнике. Расскажи, что именно происходит в деревне. Жители тяжело больны. Думаю, за этим стоит орден. Магистрат сказал, что справится сам, но я сомневаюсь в его намерениях. Ты рассказала Дарию о наборе добровольцев. Где найти твоего отца? Вдруг он узнал что-то новое? Собрание добровольцев проходит в полях Македонии. И у нашего убежища тоже.
Я все изучу, чтобы мы смогли найти охотника. Хайронима. Увидимся в Патидее. Мне нужно кое-что. Ты здесь? А, я все изучу, чтобы мы смогли. Разговор с ними, подсказка. Культисты. Орден набирает добровольцев среди крестьян. Пусть ваше наследие ведет вас. Хорошо, что по остальным? Член Ордена Древних часто бывает в крепости Алин, которая находится в Македонии. Это я изучу. Это я так понял. От этого чудака должно быть. Ну хорошо. Что у нас там по заданиям? Раз, два, три. Таинственная болезнь. Поиск помощника охотника. Найдите Дарья и помогите с ним. Блять, я даже не знаю, куда первым пойти. Зов тумане, таинственная болезнь. Ну давайте вот это вот первое пройдем. 500 метров, в принципе, не так далеко, но лучше обрежу. Это Дарий. Вот мы и приперлись. Крепость Алинт, видимо. Попался. Потому что сам захотел. Нима сказала, ты что-то узнал. Это связано с охотником? Орден что-то замышляет. Ищешь охотника? Помоги мне остановить их. Я слушаю. Один из помощников охотника отвечает за набор в Орден в Македонии. Он может привести нас к охотнику. Ищи письма и дневники. Нужно узнать, где будет проходить собрание. Не наделай шума. Я останусь незамеченным. Славно. А ты? Пойду в деревню и попробую узнать дату собрания. Я найду тебя, когда закончу. Ну, незамеченным я вряд ли проберусь нормально, потому что у меня очень хреновое везение. Я постоянно попадаюсь. Или если я не дожму там со скрытым убийством, все равно оно будет видеться так, как будто я все равно спалился. Даже если мне будет помогать в этом Икар. Ну тут, блин, надо будет сейчас осторожно по стелсу действовать. Да давай уже, господи. Вот что я искал. Первое. Нашел. Второе. Я нашел. И третье. Ну, на всякий случай просканирую сейчас полностью весят всю крепость. Чтобы хотя бы знать месторасположение солдат. А что ты еще хочешь? А, сундук с драхмами. Фух, ну попробуем. Дарий просил не шуметь. Так-с. Первым делом зайдем сюда. О, как раз и. Встретимся ночью у нашего дерева. Хочу тебя. А, я тоже тебя хочу. Ага, вот и. Мужчины полезны в руках правильной женщины. Эх ты какая. Страстно. Так, первую мы разоблачили. Командира бы у того, кстати, сейчас догнать бы командира. Надо попробовать. Он отойдет, получается, чуть-чуть далеко, и я его на нычку прихлопну. Ну, по крайней мере, попытаюсь. Разграбим пока сундук. Спартанцам не победить. Так, а теперь надо как-то по-тихому вон туда пробраться. Блин, а ты еще отходишь? Ой-ой-ой! Вот это вот я не видел.
Братан, ты совсем не вовремя. Сука. Так. Ладно, ты хотя бы на гору лезешь. Отлично. Пожалуйста, не подведи. Прольется кровь кос. Мотыльки прилетят на огонь. Тихо. Новые клыки, новая жизнь. Может, Дарий что-то поймет. Блин, только не наемник сейчас, пожалуйста. Я не хочу попасться. Только не наемник. Не сейчас. Падла, блин. Сука. А, я сейчас поступлю немножко по-читерски. Откуплюсь просто. Чтобы этот педик меня не ловил. О, блин, он мне как-то... Ой. Сука, ну почему не получилось по стелсу? Твою мать. Ну я так и знал. Ладно. Распалился уже. Ну, блин, надо было сейчас появиться там вот как раз вовремя. Вот никак не раньше. Еда доставлена. Деревенский повар все проверил. Понятно. Это мне ни к чему. Этого должно хватить. Вернусь к Дарию. Черт тебя дери, блин. Вот взял... Один гребаный спартанец испортил мне просто этот самый стелс. И проблема в том, что он именно был такой вот элитный боец. Я его не смог бы с первого раза завалить, поэтому в любом случае бы спалился. И мне бежать было некуда. Блять. Ладно. Практически со стелсом мы справились. Убили только двоих. Одного командира, который надо было там по заданию. И вот это вот одного гребаного стража. И то не по стелсу даже, сука. Ладно, проехали. Почти уже добежали до Дария. Сюда. Как все прошло? Поймали. Я попался. Стража была начеку. Это добром не кончится. Что ты об этом думаешь? Не похоже на тайные письма. Так-так. Клыки. Добровольцы. А козья кровь? Козы. Пастбище. Вот где пройдет собрание. Орден использует козью кровь в ритуалах посвящения. Я счел письмо бессмыслицей. Твои знания очень кстати. Что еще ты знаешь? Собрание уже скоро. Участникам подадут какой-то сигнал. В письме есть что-то еще. Мотыльки летят на огонь. Мы на пастбище. Вдруг они были здесь? Нужно все осмотреть. Да. С чего хочешь начать? Костры из сена. Снизу есть следы сажи. Что с того? Здесь складывали костры из сена. Огонь! Это сигнал. Значит, они встречаются только ночью. Мотыльки на огонь. Верно. Нам нужно дождаться собрания. Рядом есть еще одно пастбище, за мостом. Встретимся там на закате. Так, мы высадили, в принципе, где оно будет собираться. Сейчас передвигаемся к Дарию.
и будем ждать. Я нашел место для обзора. Подождем там. Как вас много, охотник будет доволен. Помощник. Кто-то устроил переполох в крепости Олинф. Видимо, за этим стоит Артабан. Артабан? Ваша цель — найти хозяина орла. Но если вы схватите обоих, тем лучше. Обойду их. Не упусти его. Я сам справлюсь, просто... Малака. Ты свалил. Пусть закончит собрание. Или не ждать. Куда делся Дарий? Осторожны. Выпейте и станьте одними из нас. Внесите свой вклад в восстановление мира и порядка на родной земле. Все беды Македонии из-за хозяина орла. Люди гибнут. Печально. Очень печально. Орден — это ответ. Блять, спартанцы. Мы избавим ваш край от проклятого. После его смерти в Македонии вновь воцарится мир. Мы заманили его в Македонию. Вперед! Найдите его! Хорошо, что хотя бы мимо меня не прошли. Люди охотно идут к нам, но они не воины, а крестьяне. Хозяин орла им не по зубам. Ты видел, что произошло в той деревне? Вот почему его нужно устранить любой ценой. Шел бы ты... Тихо. ...искать хозяина орла, а не обсуждал приказы. Ой-ой. Вот он. Ой-ой-ой. Совсем один. Ой-ой. Это мой шанс. Дарья ждать некогда. Ты, блядь, еще погромче говори. Фух. Отлично, ушли. Сюда. Фух. Ну, этого культиста мы добили легко. Злодеям не победить. Бубар или Бубар. Заговорщик, господи. Заговорщик. Фух. Завалили. Отлично. Осталось вольнуть только эту и узнать что-то про этого чилика. Снова письмо. Надеюсь, добровольцев достаточно. Приходи к озеру. Охотник. К озеру. Интересно. Где ты прятался? Ближе, чем ты думаешь. Тебе ничто не угрожало. Помощник охотника упомянул Артабана. Кто это? Мертвец. А, это ты, Артабан. Ты ушел. Почему? Я хотел убедиться, что ты не из Ордена. Ты не доверяешь мне. Будто ты не подозревал меня в том же. Признаюсь, подозревал. Ты много знаешь об их ритуалах, к тому же сразу разгадал тайный смысл письма. Ты не с ними, и мы узнали, что хотели. Если верить письму, охотнику озера. Мне нужно кое-что проверить. Думаю, Нима найдет для тебя дело. Подозрительный какой-то этот старик. Чтобы Дарий не скрывал, я это выясню. Так, я хочу эту вольнуть. Или этого. Что? Нет, гасите!
Блять, а ты еще и с ядом херачишься. Ладно, я огнем, а ты ядом. Это вообще уже перебор. На! На! Сюда давай. Так, а что у нас там? Так, культисты, культисты. Так, два доказательства есть. Что это за херня? Опять Малака. Блин, опять это доп задание. Ты задолбал. Ай, ну давай, ладно, побыстрее уже справимся. По сюжетной линии мы все равно уже идем. Я думаю, что лишним не будет об этом узнать. Что почти пришли. Отслеживать. Ого! А чё так далеко-то? Твою мать. Ах, ладно, побежим. В принципе, там до следующего задания будет мало времени, чтобы дойти, в принципе, так что можно туда побежать. Так, ну что, мы прискакали. Сейчас будем плыть, искать, что, где и когда. Вроде я на месте. Не понял, там что, охотники? Это тут. Что у нас тут? Только один головорез. Ну ладно. У нас есть лодка. Сейчас будем по этим местностям плыть. Потом просто перепотнемся к кораблю и там будут следующие испытания. What the fuck? В смысле, чё они клонируются? What? Чё это за хрень? Они просто клонировались. What the fuck? Вот это был прикол. Ага. Яблоко и козий сыр. Твою мать. И антид гордый, будь ты проклят. Нахера вот это я трачу свое время ради каких-то продуктов, которые я за одну или две драхмы просто продам кузнецу нахер. Ой, лодка, давай еще ты застревать не будешь. Лодка. Лодка. Так, остановимся здесь. Область исследования. Вот она. Есть. Обсидиановое стекло. Древесин. Короче, понятно. Это нахрень. Лучше бы я бы не брался за это доп задание. Ну, а что уже делать? Взяли так взяли. Плывем дальше. Два места осталось. Эта лодка подходит только для мелководья. Да блин. Я пришел. Есть. Сюда плывем. Тихо, лодка. Давай только ты сейчас ломаться не будешь. Уже парусы от столкновения потрескались. Как это вообще можно? Точнее, порвались. Обсидиан. Так, что мы тут ищем? Ищем что? Что мы ищем? Подскажите мне. Где и что мы ищем? Что-то ни хрена тут нету. А где искать-то? А если так? Вот оно. Блин, петух! Иди нахер. Пять куриных яиц, твою мать, янтит, сука! Иди ты в жопу. Мне кажется, на таком дырявом корабле
Сейчас далеко не уплыву. Но попытаем счастье, давай. Сейчас просто на полпути. Бабах! Если поплыву дальше, лодка точно перевернется. Ничего, вручную доплывем. Давай, 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 давай. Держись, лодочка, держись. Уже почти на месте. Отлично. Вот видишь, доплыла же. Все нормально. Я там, где нужно. Сука, медведь. Ну, с медведем разговор прост. Отлично. Теперь ищем здесь. Вот она. О-о-о-о! А вот это уже класс, молодец. Ладно, за это я тебя уважаю. Хороший ты мне подгон сделал. Правда, попотеть пришлось, твою мать. Так, чё? Таинственная болезнь. Давайте сюда. Сейчас на корабль быстро метнемся. И оттуда можно будет уже туда. А, блин. Надо было перепарковать корабль. Ладно, пусть пока тут стоит. Сейчас быстро доплыву, ребят. И продолжим. Все, мы добрались. Надо поговорить с магистратом. А вот и он сам. Если ты не собираешься помогать мне, я занят. О, Мисти с ручным орлом. Алексиус, ты пришел. А это... Мне опять будут досаждать. Если вы здесь не по важному делу, предлагаю закончить это собрание. Прошу, я здоров. Клянусь. Какой-то подозрительный магистрат. Он напуган. Куда его ведут? Это не твое дело, Мисти. Людей надо обезопасить от больных. Любой ценой. Должно быть, ты магистрат Патидеи. Расскажи мне о болезни. Молва о нас расходится. Словно это чума. Эти глупцы чахнут так быстро, как тут успеть найти лекарство? Говорят, в вашей деревне есть лекарь. Мы ищем ее. Как и все мы. Она ушла за ингредиентами. Я даже отправил за ней людей. Почему бы тебе не помочь нам, вместо того, чтобы болтать? Я поищу ее. Славно. Поищи. Когда она нужна, ее нет. Если не найдешь... Не думай возвращаться. Этот, как ты... Мне придется грузить в повозку лишнее тело, если ты подхватишь эту заразу. Слушай, а мне он как-то... Продолжишь в том же духе, и лишнее тело окажется твоим. Не угрожай мне, Мисти. Ты не знаешь, с кем говоришь. Подозрительный очень. Наверное, ты знаешь, где искать лекаря. Она ушла в лес, что-то бормоча. Об ингредиентах. Чума, сожженная деревня. Это не случайность. Конечно, не случайность. Нас прокляли! Я осмотрюсь. Встретимся, когда закончишь. В Македонии немало лесов. Куда именно она отправилась? Она шла вдоль побережья на восток от Патидеи. Я послал за ней людей, но они не вернулись. Ты здесь главный. Наверняка ты знаешь о болезни больше других. Эпидемия началась, когда сгорела та деревня. Кажется, тебе что-то известно о поджогах. Нет, ничего. Я тут совершенно ни при чем. Ну, подозрительно. Я поищу лекаря. Поторопись, Мисти. Так, 400 метров, да? Ну, как обычно.
Так, мы уже близко. Вон она. Нашел. Блять, ёбаный кошак, сука. Блять, хер попадешь. Что случилось? Ёпта, аж резко потемнело. Разок ударил? И что нам с ним делать? Я знал, что дело нечисто. Ну что, отведем ее к магистрату? Ага, то есть лекарь как-то в этом тоже замешан. Ну, допустим. Спасибо. Эти люди... Ох. Ты хозяин орла. А ты, похоже, лекарь из Патидеи. Магистрат ищет тебя. Ну, разумеется. Я поняла, что что-то не так, когда его стражи внезапно напали на меня. Он действует слишком сурово. Это так. И хотя я понимаю, что он волнуется за судьбу деревни, это не дает ему права убивать невинных. Вернемся в Патидею. Еще не время, Мистий. Разбойники украли ингредиенты. Без них деревню не спасти. Жизни людей в опасности. Я верну ингредиенты. Разумеется, ты добр не только с виду. Спасибо тебе за помощь, Мистий. Ты знаешь, как спасти людей? Это болезнь. Убивает медленно и мучительно. Но мое лекарство поможет. Деревня рассчитывает на меня. А теперь и на тебя. Я принесу ингредиенты. А я вернусь в деревню и начну делать новую порцию лекарства. До встречи. Я буду в городе вести. Принеси ингредиенты. Так, на корабль, да? Ну, для начала мне нужно завалить одного мудака, который за мной охотится. Здравствуйте, товарищ. Не хотите получить кинжал в сердце? Чего, блядь? Че? От одного удара Гермиона из Гарри Поттера. Ты че? От одного удара, блядь. Я даже мечом не взмахнул. Не, ну, ребят, это была потная битва, ребят. Я вспотел просто жестоко. Это была просто дичайшая дичь. Так, ну а нам нужно на корабле, как сказала лекарь, убить разбойников и забрать ингредиенты. Ну давайте посмотрим. Где ты? Но магистрат как-то реально подозрительный. Люди магистрата. Почему они напали на лекаря? Ну, кстати, это да. Тут вопрос с подвохом. Тут либо лекарь с подлецой, либо магистрат слишком подозрительный. Отдайте паруса! А вот и разбойничек. Нападаем. Разбойники, вам хана. Есть. Так, ингредиенты для заданий. Есть. Одно получили. Там корабль какой-то странный. А ну, а это корабль со скином, интересно или без? Нет, мне лично для себя интересно. Какой-то краб. А, не, он не интересен. Блин. Я просто до того, как начать этот DLC, я случайно сохранение свое сбил. А я искал, блин, 40 часов эпичный скин на корабль. А в итоге сохранения пропали, и теперь у меня нет эпичного скина. Грибцы, да не в ту сторону, блядь.
Давай, давай! Есть. Похоже, разбойники на наняли. Ингредиенты не из этих мест. Вернусь к лекарю. Так, я, блин, не успел почитать, что там было за сообщение. Где оно? Где оно? Послание предупреждение. Не спускайте глаз груза, мы обещали принести ей голову. Ей голову хозяина орла. Ага, сука, лекарь. Лекарь-культист, падла. Ах ты ж скотина такая. Я думал, магистрат мутный тип, а он просто типа от страха. А, еще и персами были. Понятно, понятно. Это магистрат, получается, он просто типа такой злой, типа подозрительный. А, вот это вот лекарь, ах ты ж сучка, блин. А я уже чуть ли в магистрата не вальнул, блин. Где? На, нифига себе ты нашел, блин. Мать, ты чё разлеглась? Мать! Мать! Матери плохо, твоя мать. Так, ну ладно. Морское сражение мы вроде как выиграли. Блин, ну вот, если сравнить корабль, вот... Я все поулучшал до золотого. У меня все было золотое, но команда осталась та же. У меня была... Не медуза, вот, у меня сфинкс был. Да. Ого, ого, тут осьминог. Пегас, орел. О, кстати, орел. Больше, наверное, подходит, потому что я же вроде как хозяин орла. Но, блин, сам прикол. У меня фигура была сфинкс, да? Где? А вот тут, блин, легендарное. У меня легендарное было. Я даже не знаю, они все такие страшные, эти все скины, блин. Ну реально страшные. А вот золотой там был, сейчас вспомню, как он назывался. Сейчас. Морская ж... Какая-то птица типа того, типа. Морской соловей или типа того. Ну короче, вот там был скин прикольный. А у меня слетели все настройки, твою мать. Ладно, это уже потом. Давайте разбираться уже с культисткой. С медиком. Ты отравила нас. Что происходит? Алексиус, я нашла яд в питьевой воде. Понятно. Наверняка это дело рук ордена. Мистий, ты вернулся? Слушай меня, когда я говорю. И удивленная такая, главное. Сгубить всех нас. Не отрицай. Магистрат, прошу, успокойся. Люди пили твое лекарство и все равно умерли. Оно бесполезно, как и ты сама. Прошу, магистрат, успокойся. Из-за этого лекарства все стало еще хуже. Разумеется, всегда виноват лекарь. А я хотела помочь. Хотя откуда тебе знать? Тебе проще убить, чем попытаться решить все мирно. Кто бы говорил, блядь. Замолчите оба! Кто-то из вас виноват, и я выясню, кто именно. Это ты, лекарь. Ингредиенты для лекарства. Может, выпьешь его сама? Это не стоит, Мистий. Подумаем, а... Я так и знал. Это она. Малака. Твое лекарство отрава. Оно убило всех. Ха, разумеется. Правильно. Впрочем, вы опоздали. Половину жителей деревни ждет медленная, мучительная смерть. Персы. Почему так долго? Я сразу сообщила о нем. Хайре, хозяин орла. Ну, суки, вам пиздец. Вам пиздец, вы понимаете, а? Сколько людей погибло из-за тебя? Ах ты ж, сучка. Сюда, братья. Ты чё, падла, блядь? Ты не ему не трожь, слышь, ты гандон, блядь. Сука, женщин бьёшь, гандон, сука. Слабо со мной один на один, ты, блядь, падла, ёбаная. Ёбаная ты, падла. Добиваем эту шлёндру.
Лекарство может помочь или убить. Вся разница в намерениях лекаря. Отлично, осталось убить только вот эту вот Акамфу-обманщицу. И будет известен последний культист. Видимо, это и есть тот охотник. Но сначала меня преследует вот это чмо. Сюда, родной, на! На! А, вот, вот это с первого раза не померла. Видимо, та была Гермиона вообще. Прям вот такой вот вообще. Прям, ну, хиленькой до ужаса. Отлично. Добили. Я знал, что мои люди напали на нее не просто так. Надеюсь, они не мучились. Удалось что-нибудь найти? Записку. Что скажешь? Мои волки воют, кабаны рычат, вороны каркают, им нужна кровь проклятого. И вы приведете его ко мне, как ожидалось. Значит, охотник может командовать зверями, которые обычно рвут друг друга на части. Ха, отлично. Еще одна опасность. Это сделал Орден. А причиной стали мы. Нас хотели выманить. Отец был прав. Я понимаю, почему мы прячемся. Почему всю жизнь бежим. Это моя вина. Мы сделали, что могли. Увы, это так. Я ценю твои слова, Алексиус. Поговорим в убежище. Шлем Вестника. Так, ну, у нас осталось только одно задание. Погоди, культисты. Да, осталось нам только одно задание. Это переть туда. Но для начала я все же планирую завалить культиста последнего и отправиться потом сюда. Отсюда туда. Я думаю, это будет быстро. Ну что, мы уже тут. Теперь надо как-то проникнуть туда. А тут получается еще и предводитель в доме. Ё-моё. То есть мне нужно... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ебать, тут охраны. Ну, в принципе, можно устроить месиво. Как вам такое, а? Я, в принципе, не против устроить месиво. Погнали! Да замолчи. Так. Поджигаем. Есть. Так, идем дальше. Нам нужно... Ух ты, тихо. Сюда, родной. Опа. Есть. Есть. Так, хорошо. Тут предводительно. Нам надо пока наверх. Я думаю, проще завалить пока... культистку и вольнуть уже предводителя. Главное не спалиться, а это я не умею, к сожалению. Так, найдите астракон и сокровище. Но сначала сюда. Быстро вольнули. Отлично. Не то что отлично, замечательно. Надеюсь, тебя никто не похоронит. Так, а вот тут. Тихо, 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 тихо. Ой, блять. Ой, блять.
Вот тут как-то посерьезнее уже. Сука. Ну хрен с тобой. О, ладно, повезло. Как тот сундук забрать? Помогите. А, я понял, куда надо идти. Я, в принципе, понял. Здравствуйте! Устроим месиво! После смерти тебя родная не узнает. Вот именно, что после смерти тебе родная мать не узнает. Ладно, немножко экшена все же пришлось сделать. Но это было потно, на самом деле. Эпический сундук. А в нем бронзовый нагрудник. Но у меня все равно все легендарное, поэтому я думаю, нет смысла. О! Меня уже ищет. Ах ты ж сука. Меня уже ищет наемник. А я хочу немножко схитрить. А, их два наемника, блядь. Два наемника. Я не хочу просто сейчас устраивать переполох. Мне просто нужно кузницу. Мне нужно... Да хотя похер! Еще одного сейчас добьем. Так, где еще один? Мне он нужен. Вон ты где. Иди сюда, родной. А, блин, у меня не было достаточно для метания. Блин, опять это рысь. Есть. Сука, рысь. Есть. Отлично. Все, осталось только крайнее задание с охотником. Ну или какой там. А, крайнее задание перед охотником. Но перед этим давайте продадим ненужное. А у меня его тут, поверьте, до хрена. Собирали. Заодно можно накупить всего этого. Для корабля пригодится. Корабль нам надо улучшать по-любому. Главное бабки не терять. Потому что... Ну, в принципе, да, нахера. У меня, вон, блин, куча этого всего. Я тупо не теряю. Ладно. Давайте отправляться дальше. Следующее задание. Зов в тумане. Так, мы уже вблизи. Мы уже у цели. Так, медведи. Первый готов. Второй готов. Так, а мне нужно отпустить людей. Тут пустая клетка. Тут человек. Спасибо. Я благодарен за твою доброту. Безгранично благодарен тебе. Слава Гермесу, я на свободе. Помогите, прошу. Сейчас, погоди. Спасибо. Благодарю тебя. Спасибо, Мистий. Эти звери могли разорвать меня. Тебя прислала Нима? А ты ее лазутчица? Мой сын следил за членом ордена. Лазутчиком был он. Но его схватили. Не надо было позволять втягивать его в это. Ты не виновата. Твой сын сделал выбор. Ты согласилась с ним. Он еще так юн.
А теперь... Куда повели твоего сына? Куда-то вниз по течению. Теперь его убьют, Мистий. Прошу, спаси его. Где искать твоего сына? Вниз по течению. Солдаты потащили его туда. Расскажи об этом безумце. О нем много говорят. Сначала слышишь зверей, потом видишь его. Прям по канону. Но я сама видела только его стражей. Они увели моего сына. Мистий, прошу, верни моего мальчика. Ты ранена. Жди тут, я поищу твоего сына. Прошу, быстрее. Вдруг они мучают его. Нужно найти ее сына. Надеюсь, этот безумец еще не успел добраться до него. Ну, ща посмотрим. Ебать. Какой кошмар. Что тут случилось? Ебать, что тут происходит? Этих людей пытали и оставили на милость стихий. Ужасно. Твою Туман мать. Сгущается. Какое чудовище это сделало? Это пиздец, что творится? Этими инструментами пытали жертв. Волки тут ни при чем. Дверь заперта, а кровавый след ведет дальше в болото. О, вон он. Вот он. Все хорошо. Меня прислала твоя мама. Успокойся. Нет, не убивай. Не подходи. А, блин, ты... Меня прислала твоя мама. Малака. Я не собираюсь тебя убивать. Иди сюда. Не подходи. О, боги. Что здесь случилось? Тот же вопрос. Мальчик, вернись! Где? Ебать! Что это? Не подходи ближе! Не бойся. Все хорошо. Видимо, охотник. Иди сюда, это злой человек! Ты убил их! Ты убил их всех! Кого? Я никого не убивал, а блин. Ты умен, юноша. Больше тебе не будет больно. А теперь беги. Значит, пес Дария. Тот, который ищет охотника. Скажи, где он, не то перережу глотку. Не можешь обойтись без насилия, да? Как и твой хозяин. Скажи, хозяин орла, ты веришь Дарию? Я уже очень давно не верю никому. Будь осторожен, когда выбираешь свою стаю. Ты хоть знаешь его имя? Настоящее имя. Думаешь, ты знаешь Дарья? Серкс тоже так думал. Каким бы ни был твой замысел, ты проиграешь. Не думаю. Ведь ты пришел сюда так. Как тебе мое творение? Не, ну обстановка напряжена, капец. Безумец. Пожалуй. Ты разве не помнишь эти лица? Ты убил их всех. У них были друзья. Любимые. Семьи. Но не я насадил их на пики, ты конченый. Разве они все заслужили смерти? Разве не должны они быть отомщены? Не подходите ближе. Я не ненавидел вас. Значит, ты готов убивать ради выгоды? Не дай я отпор, был бы мертв. Но теперь мертвы они. Столько страданий. Мы хотели завести детей. Мне пришлось. Они выбрали не ту сторону. Мой муж мертв. Выбор есть всегда. Да не буду их убивать, вы чё? Вы не заставите меня. Я не стану убивать. Надо же. Похоже, у хозяина орла есть совесть. Обманщик! Да, это игра, но не ложь. Ты погубил жизни тех людей.
и не остановишься. А мы не прекратим охоту, пока не очистим мир от таких, как ты. Они еще сейчас захерачат актеров вот этих типов. Хозяин орла. Ты сам идешь в Аид, брат. Хотя не брат, ты мне гнида черножопая. Сюда. Нельзя прятаться вечно. Я найду тебя. Выходи, трус. Сразимся. Вижу тебя. Это кукла, блин. Что это? Охотник ждет тебя в лесу. Это же... В лесу? Малака! Я иду за тобой, охотник! Да, картина просто жесть. Чё происходит? Нас провели, но я не могу простить тебя. А ещё тише можешь это сказать? Это жесть. Мне пришлось. Вызов охотника, подсказка. Расскажу обо всем Ниме. Она подскажет, что делать дальше. Так, ну давайте убью этого. По-быстрому. Вернусь к ними. Посмотрю, что будет дальше. Как-то уже затянулась эта первая серия, ё-моё. Где она? Сюда. Так, ну где? Вон ты там. Ты здесь? Что-то узнал? Да. Хочу посоветоваться. Первое. Похоже, охотник должен ждать в лесу. Второе. Ему служат животные. Третье. Он у озера. Думаю, я знаю, куда идти. В скале есть проход, который ведет на поляну. Если это то место. Идем. Нет, не сейчас. Это охотник. Он годами истязал нас. Отец должен увидеть его смерть. Я найду его. Встретимся на поляне. Если охотник там, я не смогу дождаться вас с Дарием. Я приду. Ну что, пришло время убивать охотника. Уж давно пора. Любопытно, что на сей раз готовит мне орден. Лишь бы не еще одно древо смерти. Ну... Защитник Персии, новое задание. Ну что, нам осталось убить только предводителя ордена. Ну, одного из них, потому охотник что, видимо... что-то знает о Дарии. Я выясню, что именно. Потому что, видимо, будет что-то дальше. Ну, давайте туда для начала доберемся, а там будет видно. Доехали как раз. Хотел только сказать и Алексею сначала говорить. Ну, погнали! Вот и он. Охотник, твои игры на болотах. Я помогал тебе принять истину, Алексиос. Ты не герой. Я больше, чем герой, охотник.
Я тот, кто убьет тебя. Ты проклятый. Твоя кровь способна разрушать целые царства. Менять судьбу целых народов. Ты можешь уничтожить этот мир. Но мы уничтожим тебя. Ты назвал меня проклятым. Ты и есть проклятый. Думаешь, ты такой один? Божество? Нет. Ты хуже человека. Ты орудие. Всего лишь орудие, но опасное. А я охотник, спасающий наш мир от проклятых. Ты меня не знаешь. Знаю лучше тебя самого. Я уничтожил немало таких, как ты, хозяин орла. И смогу уничтожить еще одно отродье. Ты не знаешь, что я сделаю и кем стану. Я решаю свою судьбу. Я решаю свое будущее. И я решил стать угрозой тебе и Ордену. Персы. Ну давайте. Проверим, на что вы способны. Кто? Я не боюсь смерти, а ты? Кто-нибудь пошел? Да, я ж нажал на реверс. Взгляни на свой дар им. Смерть. Взгляни на них. Ты помнишь их крики? Боль гнетет тебя? Боль, что ты причинил другим? Раз ты так любишь своих зверей, сохрани им жизнь. Ты нарушаешь природный порядок вещей. Ты сам хаос. И я с радостью восстановлю порядок. Я помогу природе вернуть тебя в землю. Ну попытайся. Интересно. Где ты? Вон ты где. Ах ты ж, сука, и попал же. Кости. Все останется здесь, на этой поляне. Ты что, так быстро сбежал? Нужно найти его. Где ты? Может, и Карл? Блять, вот вам обязательно нужно сюда переться. Мне вас хватает. На, получай. Так. Надо его добить. Николаус, бесстрашный повар. Прям как отца Алексиуса зовут Николаус. Я найду тебя! Без тебя мир был бы спокойнее. Вы сожгли деревни, отравили людей! Орден убивает сотни, чтобы вы не убили тысячи. В стене дыра. Охотник мог проскользнуть через нее. Да, блин. Запутался. Этот запах. Звери. Ну же, Алексиус! Получит твое сердце! Лишь один покинет. Я умру, но не дам тебе погубить этот мир. Твою мать. Ходи сюда. Кончено, чудовище! Вот именно, все кончено. Фу. Вот и все, охотник. О, вот как ты думаешь. Да вот и помощнички. Что? Нет. Нет! Впечатляет. Выбрали простой путь.
Артабан! Предатель явился. Значит, ты, Артабан. Бактий. Приятно умирать у них на глазах после всего, что ты с ними сделал? Это Артабан так сказал? Нет. Он сам начал. О чем он говорит? Мы верили ему. Любили его. Мы были как братья. А он поднял на нас меч. Ты не думал о последствиях? Они были бы живы. Твоя мать, братья, сестры. Он все равно, что сам убил их. Дарий, у тебя есть объяснение? Алексиос. Ты что-то скрываешь. Ну же! Да, Дарий. Расскажи им о нашей клятве. Защищать Персию, наших детей, будущее. Тогда зачем? Зачем ты предал нас? Я знал, что чтобы с Дарием что-то не так. Ее. Он когда-то был членом Ордена, что ли? Получается. А теперь его ищет, пора то, что он предал. Пора рассказать тебе правду об Артабане, защитнике Персии. Мы нападем на караван спереди и отвлечем внимание солдат Ксеркса. А ты получишь возможность... Ксеркс ничего не поймет. Завтра молодой тиран из охотник. Ордена умрет. А Персия будет жить. Но будут и другие тираны. А мы всегда будем убивать их. Царь Ксеркс погиб, но сын продолжил его дело. Новый царь должен умереть, Аморг. Нельзя убивать всех неугодных. Царем стал Артаксеркс. Его отец и дед плясали под дудку Ордена. У нас нет права на ошибку. Давай на секунду предположим, что они нам не враги. Они сильны. И если мы будем работать вместе, у нас будет все, что нужно для защиты Персии. Артаксеркс умрет, как и любой другой союзник Ордена. Аморг предатель, получается, да? Ну, там история про ассасина. Так я и думал. Я не могу впустить тебя, Артабан. До тебя добрались. Нет, я сам пошел к ним. Пошло Мочилово. Царь ничего не сделал. Пока. Стража! Предатель. Аморг присоединился к Ордену Древних. С тех пор вместе с Охотником он преследует нас и проклятых.
Мы вместе прошли войну, как друзья. Твое рождение... Он позвал стражу и тем самым обрек нашу семью. Это ты обрек нас, когда поднял клинок на члена Ордена. Ты подумал о том, кого еще убил твой клинок? Маму, моих братьев и сестер? Меня? Дочь, я думаю лишь об этом. Да. Смерть Пактия привлечет внимание Ордена, а Морг обрушит свою силу на Македонию. Отец, нужно бежать. Я соберу все. Иди. Я должен похоронить друга. Фух, уничтожили мы охотника. Я так понял, для конца первой части, точнее первого эпизода, нам нужно помочь ними. Ну давайте посмотрим, уже наверное там... Видео до ужаса затянулось, учитывая то, что доп. Задание мы прошли быстро. А здесь прям, ну, очень долго это все происходит. Дарий? Алексиос. Иногда я мечтаю о простой жизни, о лавочке на горе, о рыбе, о том, как научу сына рыбачить. А ты никогда не думал о такой жизни? Я борюсь за справедливость, за тех, кого люблю. Но мы всегда причиняем боль тем, кого любим. Всегда. Нима, возьми накидку. Ты можешь замерзнуть в дороге. Как думаешь, мы еще встретимся? Конечно. Ты так уверен? Поверь мне. Пактий мертв, но Орден продолжает жить. Пока его возглавляет Аморг, мы в опасности. Он обрушит на нас свою силу, свой ум, свою хитрость. Он вечно будет искать тебя. И нас. Против нас у него нет шансов. Красивый вид, однако. Все еще где-то здесь. Орден охотников. Задание выполнено. Так. Доберитесь до своего корабля. Далекие берега. Задание наследия. Ну давайте доберемся туда. Видимо, это уже последняя будет миссия.
А нет, охотники добыча. Выполнено задание, однако. Окей. Ладно, тогда сейчас убьем наемниц, наемников, потому что их двое приперлось. Твою мать! Ах ты ж сучара такая, глянь. Да прыгай, блин! Ох. Сучара, ты какая, глянь, а? Да сдохни уже. Фу. Как же это было, твою мать, потно-то, а? Все, я так понял. Близится все к финалу. Твою ж дивизию. Почти доехали как раз. Видимо, попрощаться стоит. Или я не знаю, возможно, это уже действительно все. Ну, во всяком случае, сейчас узнаем. До корабля все равно нужно добраться. В любом случае. Да иди нафиг, ты своим сюда нельзя. Мне вообще как-то пофиг. Классно ты прыгнул, Алексиус. Алексиус! Ты классно прыгаешь, продолжай в том же духе, блин. Твою мать. Ой. Отправлюсь в Гим и выясню, кто это. Ну да, видимо, все, это конец первого эпизода «Наследие». Ну что, дорогие друзья, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. С вами был Justice Hill, прохождение Assassin's Creed Odyssey, DLC, наследие первого клинка. Увидимся во втором эпизоде.